На строительной площадке в микрорайоне «Октава» кипит работа. Котлован готов, монтаж свай выполнен более чем наполовину. Высотки вокруг словно с интересом наблюдают за стройкой. Через год здесь откроют детский садик, куда и пойдут маленькие жители новых домов. Все детки отсюда, то есть, будут ходить в определенный детский садик. И близко, да, то есть и дети, ну, они здесь передружились уже многие, то есть они будут друг друга знать. Мне кажется, что это плюс, да, большой. Садик будет удобный и современный. С кружками, логопедом, с физкультурным и музыкальными залами, медкабинетами. Кабинетом, пищеблоками. Это будет трехэтажное здание на 177 мест, в том числе будет 40 ясельных мест. Абсолютно уверен, что будет пользоваться спросом, потому что в микрорайоне «Октава», где этот садик находится, как раз в очереди в детские сады стоит 150 человек. В этом году в Нижнем Новгороде уже ввели в эксплуатацию 11 новых детских садов на 2000 мест. И уже в следующем году планируется построить еще 11 садиков. Как говорится, места всем хватит. Ирина Стефанюк, «Время новостей».